Привет трактористам. Привет подводникам. Ты думаешь, этот вариант тебе поможет победить? Здравия желаю. Я в шоке. Так, ну что, комбайнеры были, кто там был? Подводники вот были? Вот я не могу вспомнить, кого-то еще не было. Вот кого, блин? Не знаю, мотористам я привет передавал. Мотористы? Ну. Доярка передавал привет? Идем налево? Конечно. Или направо? Русский. Не задавай дурных вопросов. Не запутывай. Мы так слева стоим, да? Ну, пойдем налево себе. Не запутывай людей, что ты людей путаешь? Я люди путаю. Да. Так, разговорчики строй. Есть прекратить разговорчики? Грибы давай. Я не понял, что это весь камуфляж? Самый простой камуфляж. Я давно его нацепил, поставил автоматом. Чтобы он обновлялся. Не, я ж мод. Не жалко не, денег. Кит, кстати, эти камуфляжи за дублоны, они ж постоянные. Не, ну мне 8 тысяч. Это за золото, в смысле? Ты меня говорил, что они не постоянные. А ну, я так подумал, я же не покупал. Это за золото, типа, да? Да, да, да. И что ты мне предлагаешь? Не, ну... Купить красивый камуфляж? Я уточняю. Уточняю, я не предлагаю тебе ничего. У меня камуфляжа нет, думал, я ты мне не продаю. Денег дать. Что я никого не вижу. Силы противника на горизонте. Вот там на Макса что ли? Не-не. Да вижу, вижу, вижу. У нас, правда, там два барбоса были. Куда этот барбос пойдет, еще непонятно. Ох, туда кодло такое, что закончился? А, нет, спрятался просто. Прятался, дымы пустил и стал на точке. Ну, стреляешь, что ли? Да. Так даже я по нему стреляю. Ну, не у всех на 15 километров. В гору попал. А я по нему стреляю. В гору. Я по нему стрелял, а попал в гору, что непонятно. Не виноват, что гору не подвинули. Да я 100 раз так делал. Я пока не хочу по нему стрелять. Я не понял, что вот это хочу, не хочу, что это за детский сад? Бери, стреляй. Ну, а уничтожай врага, ёхай. Точку брать не? Да бери, конечно. Бери то. Если я буду стрелять в этот момент... Макс, это твой дед. Этот подлик пытается проскочить Кавику, наверное. А, его уже забрали. Так, где там еще? До этого не достаю. Сейчас он там дымы кто-то ж поставил. До этого не достаю. Блин. До того тоже не достаю. Да что за такая CPU хорошая. Ростик, отличная CPU. Так, я пошел на разворот. Ты за островок спрячешься, Макс, или ты пока разворачиваешься? Пока вы муму за уши тянете, я точку взял. Ну, молодец. Купишь себе шоколадного мишку. А я думал, камуфляж за дублоны. Ты заслужил? Так его что, заслужить разве надо? Конечно. Вот и уходи оттуда. Ума. Ума. Да, он в уме. Так, Лемсон. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Зарядил я по куме раздух. Цитадельку попал я. О, молодец. Лемсон? Ой, второй раз попал в цитадель. Яблочко! Класс. Да, думал, поиграл. Не, по Клемсону я еще не стреляю. Я луплю по Колбергу. О, кстати, Колберг точно. Вы лучше Клемсон. Блин, что-то я загорелся. Кёнигсберг. Ой, ё, куда это меня полезло? Ой. Да это меня полезло? Да. Прятай, я так понимаю. Что, я отомстить решил, что ли? Обиделся? Я же не хотел ничего плохого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты опять там что-то... Острова толкаю, ё, шо? Как раз в самый раз. Да. Не попал я. Прям в самый раз.
Прощаю на этот раз. Ну, Кёнигсберг, умри. Ай, хорошо, молодец, умер. Ты наконец-то начал играть по-людски? Да. Это наконец-то у меня заработали ББшки. А. У меня уже 5 цитаделей пробиты, понимаешь? Отлично, я понял. Ну, по-моему, я 3 раза все-таки куми пробил. Сейчас ты все-таки зверь. Куми, ну да. Нет, ну ты понимаешь, как это будет? Когда ты в начале игры 3 раза подряд пробивает цитадели. Ты конечно. Там к тебе идет этот. Он идет не ко мне. Эсминчик. Да, надо переключаться на фугасе. У нас тут, похоже, нормальная команда подобралась. Подожди. Наконец-то. Подожди, Макс, я таких нормальных команд видел. Да, в итоге потом... А-а-а. Ну да, ну вроде нормально-нормально, а потом в конце смотришь, блин... Реально, хлоп-хлоп-хлоп и уже проигрывай. Девушка. Надо этого Клемсона забрать, я пока эти пушки не переключу. Сейчас я на острову на базу пройду, может оттуда лучше стрелять получится. Ой-ой-ой! Это что за дискотека? Здравствуйте. Это мне вовремя телефон звонит, как обычно. Ой, а как потом это... зазвенит. Да? Телефон. Операция. Да, сюда что-то летит. Летит куча барбосов. Хотят отжать, надо что-то. Что-то подсказывает, что, наверное, авик где-то у них там. Мне что-то подсказывает, что там крейсер к нашим авикам. А мне там... что-то подсказывает, что они все летят ко мне. Возможно. Вполне. Я немножко начинаю расстраиваться по этому поводу. Не расстраивайся. Сейчас я попытаюсь... чуть-чуть поджечь. Да, блин. Давай не чуть-чуть. Нормально. Да. Почему люди... Так, я уже... Почему люди такие непонятные? Что если ты сбрасываешь, значит ты не занят. Неполадки устранены. Да что ж, я не могу поджечь его, этот Нью-Йорк проклятый. Ну никак он не хочет поджигаться. Меня влупил, что ли? Ничего себе, гад. Наша команда получила преимущество. Давай без ёлок, без моталок. Не могу без ёлок и без моталок. Тут... Поймал я тут по глупости одну торпеду, блин. Наконец-то я подпалил его. Хорошо, что там что-нибудь у тебя ещё крутится с торпедой. Ну, Клемсон, давай. Берем, добрал. Блин, я не попал. Ладно. Так, надо тут Нью-Йорк добирать, блин. Или что он там? Да, Нью-Йорк. Добирать это сильно сказано. У него еще 20 тысяч прочки. Ну он уже что-то подчинился, потому что я его там поджигал в пару раз. Так, а вон где их не АИК. Кто бы не обнаружил, что за ботва? Потому что он своими ББшками меня доберет, если попадет.
Умирай же, ж гад. Да ты Нью-Йорка расстреливаешь? Да. Давай, я тоже понимаю. Давай, помогай. Меня тут звуками что... отвлекают, уже пришлось ответить. Потому что... что если он ББшками своими до меня достанет, не переживай, мы уже три точки взяли. Мы и главное. Ты елки-моталки, как он в меня влюбил. Да если бы я не отвлекал Нью-Йорка, ничего бы у тебя, Макс, не получилось. Все. Конечно. Дотопили. Так. Теперь я начну отвлекать авианосец. Теперь я начну авианосец. Там, конечно, один гад трется где-то возле нашего авика на А6. Макс, видишь? Так там наши, там есть наш эсминец, еще один. А где эсминец наш? Там после авика. После авика есть. А, точно, я не знаю. Там этих авиков два. Пусть занимаются, типа, да? Ночью. Дохлый авианос. Мчится на всех парах. Корцуя. Авианос. Кто? А. Ну у него торпеды есть, наверное. Есть. Я их уже пыльнул. Поэтому он и мчался. Как он вышел, я не знаю. Мне главное, чтобы этот давик никого не пустил, поэтому надо его спрятать. Всё, ребята, это финиш. Извините. Фух. Не понагибать. О, вот сюда, дали 6400 опыта. Наконец-то. Ну, потому что мы тут с кином не зря зашли. Да, вот видно. Вы хотите видно, сказать, что я тут зазря играл, да? Нет, не зазря, ты отвлекал противников флагами. Я махал ими, как своим, своим исподним всех этих распугал. Да. Лучше и стал. Все, ребятки, спасибо за бой. Спасибо. Пока. Всем счастливенько.